момента можешь себе на ручку намотать. И рассказывать. Ну ладно. У меня зовут Рома, я увлекаюсь футболом. Собак люблю. Да, можете кому-то рядом передавать. Ну, я тоже люблю собак. Вот, видите, смотрите, кто сказал, что любит собак? Мальчики! Таким образом вы узнаете о друге больше. И то есть вот уже мы нашли общие интересы. Кто-то любит собак. Вы на этой почве можете начать общаться, и друг вы в будущем станете друзьями. Рассказывай, как тебя зовут? Я 12 лет. Я занимаюсь футболом. Все? Да. Наматывай на Подожди, мы ничего не услышали, все шумели. Еще раз. Я поснимаю слово. Да. Дети, слушаем друг друга. Я Марат. И я 1,80 м. И я люблю собак. Мы так не делаем. Мы так не делаем. Я укрылся, все хорошо. Я принимаю эту боль. Вот видишь, а если... Слушайте. Нет. Меня зовут Махамед Асанович. Я люблю торговать. Пришли на рыбки. Так. Кто-то что-то слышит? Нет. Я нет. Я не слышу. Я люблю играть в PlayStation своих друзей. Я приучу, чтобы они меня называли Иван Иванович. Когда выращу, хочу стать бизнесменом и поедем с другом в Калифорнию. Точнее, с Иваном Золотом. А также у меня скидки с Иваном Золотом. У меня есть. Вы решили между мальчиками? Давайте кому-то сделать. Нет, дайте мне, мы не хотим рушить семью. Слушай, ты с закрытыми глазами. А то у нас не получается помутить. Надо было сильнее. Слушаем. Меня зовут Настя, мне 10 лет, и я занимаюсь профессиональным плаванием и очень хорошо рисую, и умею вязать. Супер. Что? Я Саша, мне 10, увлекаюсь спортом и музыкой.
Зеленых. Может быть, ему. А сколько лет учишься? 52. На руку намотай. На руку намотай. Да уже ладно. Не